Дорогие ученики, я попрошу минуточку внимания. К сожалению, нашей любимой классной учительницы Ирины Александровны сейчас нет в школе. Но она всегда с нами, всегда в нашем сердце. За эти 2 месяца она успела стать нам второй мамой. Она поддерживала нас словом и делом, и мы очень благодарны ей за это. Я уверен, что если бы она была сейчас здесь, она пожелала бы нам побед и успехов во всех наших начинаниях. Дорогой 10-11, с праздником вас! Я заболела.